Всем привет! Опять в Ижевске. Вот он тут, наш манеж. Вокруг, в котором мы сегодня будем бежать. Мы сегодня бежим 6 часов. 6 часов, ну, нормально, ни много, ни мало. Вот сзади судьи. Они будут нас считать вот там вот. Это Муся. Это Муся у меня. Муся сегодня со мной. Она очень просилась со мной на пробег. Она очень просилась со мной на пробег, и сегодня она с нами. Просто уже я собирался, она в сумку залезла и говорит: или бери меня с собой, или никуда не поедешь. Ну, в общем, пришлось взять. Остались считанные секунды до старта. Предстартовое волнение. Так, ух, волнуемся как. Да, да, да. Раз, два. Ух. Все. Мы чемпионы. Ух. Ну. Приготовились. На старт. Внимание. Марш. Ура! 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 Все, рванули. Примерно каждый час буду делать включение с трассы. Думаю, чаще смысла нет. Это Муся, она сегодня со мной попросилась на пробег. Она утка. Ну что, мы с Муськой уже целый час пробежали. 1 час и 8 минут. Там написано. Сколько у меня по расстоянию? Потом посмотрим. Скоро 16 будет. Скоро будет 16. Ну, будем считать, что 15 километров за час. Это слишком быстро. Да? Слишком. Да это Муська все, она меня подгоняет. Подгоняет, говорит, давай быстрее, быстрее. Я говорю, куда торопиться? 6 часов. Нет, говорит, давай, давай. Ну вот. А за 2 часа мы набегали. Что сколько у меня? 6. А за 2 часа мы набегали очень много. Сейчас на следующем круге посмотрю. Что могу сказать? Тяжело? О! Дали, да? Что тут творится, вытворяется? Давай, давай, всем привет, всем привет, всем привет! Всем привет! Сколько у меня? 28,5. Ага, 28,5 за 2 часа. Ладно, пойдет. Я все равно не смогу так долго бежать, так быстро, но что есть, все мое. Продолжаем. Ребята, в общем, это полный провал. В общем, опять защемило меня коленку. Там похоже, что со связками. Не знаю. В общем, я ее, конечно, заморозил. Но двигаюсь прям очень медленно. Двигаюсь очень медленно. Поэтому вот. Тренер круга. Не знаю. В общем, результата сегодня хорошо опять не будет. Простите меня. В другой раз, видимо. Первый. В общем, прошло 3 часа, через 3 часа тут люди разворачиваются и бегут в обратную сторону. Я сейчас тоже там буду разворачиваться. Понятно.
Здесь? За мной. Сразу? Да. Ага. Все, мы развернулись. А теперь бежим обратно. А в моем случае ползем. Вот так вот. Ну и в общем вот, за 3 часа 36 километров. Вот такие вот результаты на данный момент. То бегу, то ползу. Очень тяжело. Не знаю. Почти 4 часа. Марафон. Ура. Вот, прополз марафон, еле-еле прополз марафон. 3.56. Вот оно. 3.56. Из 4, не знаю, как вообще можно было пешком из 4. Ну, наверное. Зато я теперь знаю, что марафон пешком это 3.56. Очень тяжело. Все нафиг болит. Привет. Всем привет. Ага. Все нафиг болит. Не знаю. Спрашивал у судьи, можно ли финишировать на марафоне. Он говорит, можно. Но время у тебя будет все равно 6 часов. Ну, в общем, я попробую хотя бы до полтинничка доползти. Привет. В общем, я устал. Оставляю Мусю судьям. Пускай она помогает судить. Все. Мусю оставляю в залог судьям. Через 2 часа. Муся, через 2 часа я вернусь. Не скучай. Продолжаем разговор. Так о чем это я? Поговорим о прекрасном. Какая хорошая нынче погода. У нас очень вкусный чай. С шоколадом, да. Друзья, я вот думал, что я больше никуда не пойду. Да, стою здесь, тут есть чай. С шоколадом. Доползаю. Доползаю полтинник. Пешочком. Но доползаю. Мы дотерпим до конца! Красные носки, ты бегу до конца! Ну что, скажите, сколько у меня все-таки? 50 километров! А? 50! О, Муся, 50, привет! Как ты здесь? О, ты тоже рада, что я добежал 50, вернее, я дошел. Ладно, Муся. Муся, еще немножко. Еще часик. Еще часик. Еще часик и все. У меня 50. Еще часик ползать. 4.57. В общем, еще часик поползаем и все. Какой ужасный результат будет, я думаю. Так куда уж? Ноги не идут, короче. Опозорился я сегодня. Конкретно. Ну ладно. Будет такой вот опыт у меня. Ну вот и все. Закончились 6 часов. Вот единственное, за что мне сегодня не стыдно, это за последний час. За последний час я пробежал десяточку. Мой результат 60 километров. И ровно 60. Я надеюсь. По-моему, так. Я тебя не брошу! Не бросай меня! Ох, Мушка! Поедешь сейчас со мной на соревнования? Ага! Вот сейчас... 65! 60! Муська! Ну что, Муська, я тебе могу сказать, что когда ты где-то там сидишь, а не со мной бегаешь, мне бегать легче. Так что извини, будешь сидеть в зрительном зале в следующий раз. Ох, ладно. У меня ровно 60, да? Нет, нет. Ровно 60. А, с дорожки.
Ровно 60. Ну, как бы, вот и все. Закончился 6-часовой пробег. Не очень удачно, но закончился. 60 километров. Дали мне диплом. Диплом за 4-е место в категории 18-39. 60, вот, пожалуйста. Ровно 60 километров. Ну, ладно. Что есть, то есть. Зато вот такие пробеги, они заставляют тренироваться еще больше. В общем, счастливо, друзья. Пишем комменты, подписываемся на канал, ставим лайки. Ну и, конечно, занимайтесь спортом. Бегайте. Пока.